Когда первый раз встречаешь человека, никогда не знаешь, как долго он пробудет в твоей жизни и какую роль он сыграет в ней. Однако бывают редкие встречи, которые планирует сама судьба. Спустя 4 года я снова оказался в Карелии. И в этот раз я не на велосипеде, а на машине с тёлочками. Девушками. Так, не помню, какой у нас день. Все, я запутался. В общем, мы ночевали у реки с названием труднопроизносимым. Тут стоянка рафтеров. Катают коммерческие туры, в общем. Но я со своим покрафтом. Первый наш карельский сплав. Мы сначала прошли против течения, поняли, что это очень тяжело. Все, дальше не пройдем. Ну, течение, я на месте стою. И решили сейчас пешком пройти 500 метров и сплавиться. Крафты легкие. Уху! Вот такой вот лакшери отпуск. Мы прошли немножко пешком вверх по течению, и тут первый серьезный порог. Офигеть! Этот порог мы будем завтра проходить на рафте. На покрафтах мы очкуем пока. У нас мало опыта. Давай пройдем назад вот тут, да? Откуда? Ну что, боком. Только сильно боком не заходи на волну. Это же крепсина, тут надо главное выравнивать. Вообще тянет прям, да? Да там будет час посильнее, это пока начало. Ровнее держи лодку. Выравнивай. Все, прошли. А ну, пополни. Ну, попасть.
Блин, такой облом, реально, столько шли, столько это подготовка. Да быстро как-то, я не успел даже осознать, что я по порогам я иду. Что за рыбаки тут? Связали два покрафта, разобрали весла. Было у нас два покрафта, а теперь у нас один рафт. Я уплыла. А, хватай мое весло. Давай. А ты ёкнешь нас это. Унесет река нас. Блядь, несет как, да? Короче, уток есть нельзя. А они тут все пересчитанные. А то больше-то платить. Да, 10 тысяч за уток. Да, не будет. А так что питаемся тушлом, они все равно не съедут. Нет, теперь надежда на Диму, что он рыбу поймает. Да, поймает. Марин, вон, видишь, мостик? Да, Дима, все-таки наловил нам щучек. Не прошло и недели. Кушать захотелось. Так, на ужин сегодня у нас форель. Блять, опять форель. Опять, да, опять форель. Уже всю неделю это форель, форель. Точно белый гриб. Давай, нож. Да на грибы. А вон дорога какая, белый гриб. Давай, нож. Дядь Дим, поехали палат. Потом в лес сходишь, тебе этот один гриб. Потом сходишь в лес и насобираешь грибы. Суп с грибами есть. Ну сходишь в лес, давай сейчас доедем, найдем место для ночлега. Это нереально. Вон грибы. Дядь Дим, сейчас не до грибов, надо доехать. Я понял, найти. Я просто смотрю. Все, тут грибы есть. Да. Да я знал, куда тебя везу. Грибов куча. Да самый главный паникер. Что, я? Да. Почему я снимаю просто? Так, давайте. Резиновые сапоги одели. До Ладожского озера километр, но тут дорога, короче, лужи, грязь, и мы не проедем, к сожалению. Хотя место там шикарное должно быть на берегу Ладожского. И лес тут шикарный. Офигеть, вообще. Пройди. Марин, иди сюда, лянь. Прикинь, провалюсь сейчас. Вот они тут и раз, лянь, как мягенько вообще. Офигеть. Я не отравлюсь? Они съедобные эти? Ну, конечно. Я же просто не знаю. А вот там еще маленькие. Можете собрать еще? А вот эту можно попробовать, да? Не отравлюсь? Да, мы ели такую только что. Мы нашли еще один съезд. Пытаемся пробраться. Надеюсь, мы доберемся до Ладожского озера и заночуем там. Табличка на дереве «Внедорожная эвакуация», номер телефона намекает о том, что... Это как? Я тебе говорю, это еще страшнее, чем там, чем мы. Мы дошли до берега Ладожского озера. Палаток до хрена. Да офигеть, лень, песочек какой. Как на море прям. Надо пробираться сюда. Однозначно. Ну да, тут хорошо. Офигеть, лянь, какой берег. Я думал, мало ли. Ну, согласись, оно того стоило. Нет. Да, все нормально, завтра выйдем. Людей попросим, толкнут, господи. Не пропадем, что ты переживаешь? Надо срочно купаться, ставить палатки. Ох, она холоднючая. Как в купели. Как в купели, но я окунусь все равно. Расположились на берегу Ладожского озера с таким вот прекрасным видом. Вот наш домик. Наша кухня, наш шеф-повар, ужин готовится, насобирали грибов, а Димон заклеивает матрас, потому что ему месяца не хватило на это дело, он лоханулся, приехал в Карелию на неделю с порванным матрасом. Так, наш второй повар, а самое главное, у нас тут есть полочка, вообще цивилизация.
пляж просто шикарный. Мы поставили свои палатки вот там, но вот. Тут намного лучше. Здесь больше деревьев, тенечек, и здесь ловит МТС 4G. А там, где мы стали, там вообще связь ловит. А вот здесь ловит. Там оно подсараешь. Лагерь проснулся. Идет движуха, кто все готовит. В хорошем настроении, спалось хорошо, медведь не пришел, не сожрал. Пока девчонки жарят яичницу, я грею воду для душа. Мы разбавляем холодным. Вот тут импровизированная душевая, правда, ветром сдувает. Вот такая ширмочка у нас. Грибов еще собирал. А где грибы? Нормально. Еще один был. Такой был. Там до хрена, вот таких много очень. Димон с утра зарядку делает. Это Шебекинские ребята. Внимание, как они красиво в Карелии отдыхают, как они выруливают. Это тоже уникальные кадры сегодня. О, колесо встряло, по-моему. Ну, очередной раз убеждаю, что мне машина не то. Мы сейчас ехали по грунтовой дороге, и так хотелось там на велике проехать. Зато после дождика чувствуется другая атмосфера. Вот такой именно я себе Карелию и представлял. Приехали на Рускеальские водопады. Прогуливаемся с любимой полностью. Я это вырежу на YouTube. Испугалась? Такое дело, мы опять орошаем. Глянь, офигеть! Мы сошли с туристической тропы и попали в волшебный лес с мхом. Офигеть вообще! Мягко, ноги проваливаются. Нет, сюда. Иди за мной. Пошли за мной, Марин. Я знаю короткую дорогу. Глянь, бетон какой, глянь. Глянь на видео вообще. Офигеть. Медведь! Мы с Мариной отчалили от берега и направляемся в сторону острова. Почти в открытой Ладоге. Виды вообще просто пушка. Лодки затянул на берег для подстраховки. Сейчас чуть подспущу, чтобы на солнце не лопнули. Первое, что мы обнаружили на острове, грибы. Марина говорит, что это лисички. Идем изучать остров с неизвестным названием. Итак, мы находимся на необитаемом острове. Находится в 500 метрах от острова Кайсанари. Дальше поплывем вот на те островки, на те, а потом вот на тот большой. Мы плывем на следующий остров. Ветер поднялся и волна поднялась. Но баграф пока по гладкой воде идет. Ему бы, конечно, курсовую устойчивость получше. Мы высадились на второй остров, не менее прекрасный. Тут даже типа интересней вид. Да? Глянь отсюда, как открывается вид вообще. Мы думали, это один большой остров и тут залив. А оказалось, это два разных острова. И на втором люди с палатками отдыхают. Блин, красиво тут.
тут купаться классно, Марин. О, глянь, тут камушки круглые. Саня, наконец-то мы нашли тебе камушки. Ты не поверишь, сколько мне это труда стоило. Это прям камни с острова, который в Ладожском озере. Так, мы высадились на второй остров. Вернее, уже на третий получается. На третий мы не обходили, а прошли мимо него. Виды с него потрясающие. Тут люди с палаткой стоят. Лодка. Скользко. Не, ну, вот такое, в принципе, может заменить мне велотурист. Ой, да. Нашли крутой пляж между двух островов, такой проливчик, и решили окунуться. А, водичка бодрящая. Ух! Вон наши лодочки стоят. Сейчас поплывем на следующий остров, он большой. Чуть не попали на большие волны, на покрафтах. Немножко сыкотно. На волне подбрасывает. Офигеть вообще. Блин, как на море прям. Волна, жесть. Вот это мы заплыли. Волна боковая. Сыка. Но мы уже почти у цели. Вон он, наш остров. Марин, на остров, направо! Правее, вот остров. Мы высадились на следующий остров. Но переправа к нему была экстремально обалденная. Обалденная, но экстремальная. Мы по волнам, короче, шли. Я думал, покрафт перевернет. Проплыли вот тот остров, на тот остров высадились, от того на тот маленький и по волнам сюда. Это было мега круто. Прям как в открытом океане плыли. Волны огромные. На 2 метра подымали нас. Чуть лодку не перевернуло. Ой, какой это мох красивый. Да, 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 да. Они на губку похожи. Идем исследовать третий остров, уже четвертый, я уже запутался. О, глянь, тут площадки для палаток. Просто шикарно. Но этот остров большой. Обалдеть. Ну вот здесь как раз и палатки хорошо ставят, места много. Вообще шикарно. Есть вот такая услуга, заброска на катере. Можно заброситься на катере на этот остров со всей снарягой и тут заночевать. Оль, а это что за гриб? Съедобно? Варенье с хлебом. Да. Пробуем хваленые карельские калитки. А, ну правильно, какое-то ржаное, она же говорила тебе. Ну, хлеб. Такое себе, если честно. Все нахваливают, но нам с Димоном вообще не зашло прям. На валами были эти штучки вкуснее, да? Да. Устроить себе ланч на острове Валам в карельском лесу.
Вот такой вот у нас ланч. Что там у нас? Брусничка по-карельски. Приплыли мы на остров Ваалам на катере. Все это удовольствие стоит 4000 рублей. Привозят на остров, а на обратном пути еще прогулка по ладожским шхерам. Блин, вот это вот Карелия. Бля, велосипедный паркинг даже есть. Надо заснять пацанам. Бля, тут где-то шавуху продают. А мы обрадовались. Ничего себе. Молодцы. Блин, я вот хочу северное сияние увидеть вживую. Блин, зима какая тут. Короче, надо зимой еще ехать в Карелию. Опачки. Какие-то сплюски. Вот это вот как раз, по-моему, скользкий. Вон, глянь, какие дивы. Ого. Мы это и нужно. Так, нас высадили на ладожских шхерах. Нашла. Подожди, Марин. Клади. Я закладываю, чтобы мы еще сюда вернулись. Ага. Как будто мы сфоткали нас, как будто мы... По нашей камере. Идем с Димоном в поисках магазина с водкой. По какому-то таежному карельскому лесу. Немножко заблудились. Зато виды прикольные. A few moments later. Идем обратно в лагерь с добычей. Пацаны пошли по дрова. Путь у нас 7 километров. 7 километров, чтобы сходить за пивом, которое в 3 раза дороже. Зато по какому лесу мы идем. Офигеть. Сейчас девчонки в лагере нас прибьют, они ждут дрова. Простите нас, девочки. Русские женщины могут все. И в избу зайти, горящую, и дров нарубить, топором рубить умеют. Мы все по-прежнему на том же месте, но в бане. Такая передвижная баня. Прикольная. Из прицепа или из чего она сделана? Из прицепа. Пробуем варенье черничное, сезон 2020 года. С любовью из Карелии. После банчи прекрасно идет. Вкусно. Чуть-чуть молоком разбавляешь. Ее сразу солишь? Я воду подсаливаю, чуть-чуть подсаливаю. Не, ну можно сейчас чуть-чуть прям вот. Вот добавь, вот совсем чуть-чуть, Марин. Я научу тебя варить нормальную кашу. Мне еще учи. Как спалось, Димон? Отлично. Уважаемые подписчики, мы приехали такие, что я не знаю, где мы. В общем, мы идем на водопад Белые мосты. На машине туда не доехали, дорога ужасная, нас укачало, мы чуть не заснули, поэтому решили прогуляться. Мы не знаем, что причина, подозреваем, что нам в чай что-то добавили, и нас вырубает. Ключи от машины отдай нам. Мы приехали на следующую локацию, называется Долина водопадов. Вход 300 рублей. Я хотел бы в таком домике переночевать.
Видишь, ты уже вживаешься в роль. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Жена блогера. В общем, если я называю недоблогер, значит, ты будешь недожена. Какого недожена? Ой, ой. Подписчики. Подписчики, приезжайте в Карелию. Тут охренительный воздух, природа и офигенная баня. Ура! Ну это ж в Ютуб пойдем. Со мной, что ли? Да. Да мне не было. А ты думала, я для себя вот это вот рассказываю? Конечно. Это я для своих подписчиков. Со мной? Да. Надо мне выходить. А я думаю, для себя вот это вот. Конечно, для нашего видео, домашнего. В смысле домашнего? Сделаешь видео. Ты же... Марин. Ты серьезно, ты... что ли? Почти же... Последняя наша ночь тут, да? Неохота. Такой расслабон, только Надь. Только Надь, да, да. Вот поэтому я по две недели путешествую. Вот две недели. Да. Вообще оно больше. А еда еще на день есть. Прошли достойно. Хорошая команда. Отличная команда. Я вообще в шоке, что ты не орала. Так же скучно, как я орешь. По-моему, я больше орал. Расскажите свои впечатления. Я бы сделал третий по роже, то четвертый хотела бы пройти. Впечатления ваши? Я уже даже не знаю. Впечатления мои такие, но скучновато. Я бы попробовала поэкстремальнее что-нибудь. Ладно, в следующий раз... Как раз на Панкрате. Да. О, давай мы сплавим. Что, все отлично. Да? Это все, что ты можешь сказать? Пока да.
Ну что, Сергей, теперь весь маршрут знаешь. Да. Тайны открыты, да?